Откручиваем колесо, снимаем его. Вот он, наш тормозной диск. Многие считают, что его вообще не нужно менять. Можно, получается, брать и стачивать вот эту кромку, которая нарастает, думая, что это просто ржавчина. И тем самым он будет служить вечно. На самом деле не так все просто. Ведь этот диск имеет определенную толщину, и она указана на самом диске. Давайте сравним. Вот так выглядит новый диск, вот так выглядит старый. Я уже поменял его с левой стороны. Думаю, с лицевой стороны вроде как, ну, какая-то выработка есть. Ну, а с обратной-то я не вижу. А здесь она уже волнами. И тормозная колодка неправильно легла и начала уже тормозить каким-то боком. Немножко перекошенная. И что насчет толщины? Здесь указано на самом диске. Не знаю, покажет ли камера, минимальная толщина 28 мм. Ну а сам диск имеет толщину 30 мм. То есть, как только мы сыграем в этот 1 мм, с одной стороны и с другой стороны, мы уже должны диск выбрасывать. У меня же показывает 28 мм. И еще даже из-за этой кромки до конца не доходят усики. Вот здесь вот получше, да. Даже меньше, чем 28 миллиметров, потому что усик один до конца не доходит. Поэтому все, его уже надо выбрасывать. И если вы думаете, что его можно вот точить, вам кто-то скажет, давайте его поточим, будешь еще ездить, что с ним будет. Толщина-то вон какая, никого не слушайте. Никогда не ставьте бэушные тормозные диски и уж точно тормозные колодки. Если вы решили поменять тормозной диск, всегда меняйте тормозные колодки. Даже если они еще выглядят более-менее, еще, казалось бы, тут еще можно на них поездить. Все, в топку. Вот и он. Вау, только посмотрите на это. Вот эта колодка, получается, я обратил на нее внимание, вообще неправильно как-то начала стачиваться. Такое ощущение, что ржавчина начала расти. Она тормозила, получается, только двумя третями своего размера. Получается, вот здесь уже не тормозила нифига. Обалдеть. Вот так вот. Тормозные колодки еще вроде как ничего по толщине, но диск полный. Полная смерть ему настала. Хотя с лицевой стороны вот, вроде как будто ничего страшного, да? А что творится там, никто не знает и не видит.